Каждый год здесь будете, да? Все, мы уезжаем. Подержи, Виктор, пожалуйста. Так, они нас провожают. Все, Байерла, Байерла. Байертай, Байертай. И Байерла, и Байертай. Все, мы уезжаем. Друзья, мы покидаем стоянку добрейших людей. Хозяина зовут Сона, а хозяйку на русский манер Зина. И мы покидаем их стоянку, мы попрощались. У меня на сердце очень тепло. Это невероятно милые люди, добрые, отзывчивые. Они всей душой разрешили нам посмотреть, подглядеть немножко их кусочек кочевой жизни. Интересно, что, похоже, большинство из нас, кто смотрит, воспринимает эту жизнь как нашу летнюю дачу. Вот на лето выехали люди и поставили юрты, и пасут барашку, то надо нам менять в голове. Это и есть их жизнь. Детишки 1 сентября через несколько дней пойдут в школу. И я интересовался, куда пойдет стадо. Стадо пойдет через несколько дней на зимнюю стоянку. И там будут ставить эти же юрты и будут жить. Кто будет жить? Будут жить хозяева Сона и Зина. Я спрашиваю, а что, есть в Улан-Гоме квартирка, жилье, где дети будут ходить в школу? Откуда дети будут ходить в школу? Нет. Дети будут ночевать при школе, сказали, как гостиница. И вы понимаете, что мы с русского, с монгольского это берем. Это похоже наше название интернат. То есть местные школы построены сразу как интернаты с едой и с проживанием детей, потому что родители будут зимовать в юртах еще 50 километров отсюда. Как они, как часто видятся, как они встречаются, пока мне неведомо. Вот. Но именно вот та жизнь, которую мы увидели на летней стоянке Сона и Зины, это и есть их жизнь. Это и есть их настоящая жизнь. И за 3 дня мы видели, что идет ротация. Одна дочка уехала, другая приехала, потом появился пацаненок, на лошади скакал, потом появился совсем маленький, который интересовался всем, всем, особенно глобусом. Вот. Потом еще одна дочка уехала, и сегодня появлялись взрослые, и Сона представил их как детей. Я думаю, это или сын с супругой, или дочка с супругом. Нам не удалось разобраться. Зина вообще в конце сказала «до свидания». Она сказала по-русски «до свидания». И мы покидаем этот дом с каким-то огромным чувством теплоты. С огромным чувством теплоты. Вот такие впечатления. Они богаче, чем я могу выразить. Но у меня тяжело, слова хорошие выходят. Мне бы что-нибудь чертить, ключами гаечными греметь. Очень тепло, очень тепло. Друзья, мы едем дальше. Сейчас мы заедем в Улан-Гом, встанем на краю гостинички, чтобы подключиться к интернету. Мы так делаем в этой стране. Если мы жили в гостиничке, пароль есть, мы встаем на углу, что-то порешали и поедем дальше по кругу, по северу. Я покажу вам это по карте, куда мы дальше поедем. Всего доброго!